Друзья, всем привет! Не так давно приобрел я автомобиль Daewoo Nexia 97 года выпуска. Хороший автомобиль, ничего не скажешь. Но столкнулся я с такой проблемой, что у меня бежит масло. Не успел залить масло, оно у меня тут же выбежало. Смотрю под днищем и полная лужа масла. Вот. Но я думал, что это под крышкой клапанов. Прокладка. Сейчас покажу. Так, значит, вот она. Прокладочка вот здесь я сверху я поменял. Здесь все нормально. Здесь сухо. Хотя, ну, тоже старая прокладка была настолько сухая, что она у меня просто рассыпалась в руках. Ну, значит, я ее заменил. И все равно масло у меня бежит. Посмотрел видеоролик в Ютубе. А на самом деле их очень мало. Практически нету этих видосиков. Вот, поэтому, собственно, я решил записать. В данном кузове нету видео, ну, по крайней мере, я не нашел. Есть кузов, да, поновее Daewoo Nexia, вот, но, в принципе, они однотипные все, но все же. Значит, и увидел я, что парни снимают, проблема из-за датчика давления масла. Вон он. Вот где проводочки, это датчик давления масла. Сейчас я его буду менять. Вон он, весь в масле. Значит, я решил снять колесо. Хоть и яма у меня есть, как видите. Но все же защиту. Колесо я снял и буду снимать защиту и откручивать. Защиту откручу, потом будем смотреть, что дальше. Ну вот, друзья, спустился я в яму. Вот видите, свежая, прям свежая лужа на паутинке. Давно здесь никто не был, просто в яме. И посмотрите вот на эту вот. Это просто все в масле, просто все, 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 все. И пошло, пошло, поехало туда дальше. Это все масло. И как мы видим, вот она наша капля. Наша капля на датчике давления масла. В принципе, больше бежать неоткуда масло. Поэтому вот он, сейчас покажу, где он потерял его. Где он? А, вот он. Вот он, датчик давления масла. Сейчас. Хотел я съездить на СТО, но потом подумал и решил, что я справлюсь сам. Сейчас я буду снимать каким-то образом тут непонятным защиту. Попробую отогнуть и буду менять. Дальше вам покажу, в каком состоянии был датчик. Так, ну что ж, дорогие друзья, я снял защиту. Ну как снял, просто маленько разобрал. Вот. Значит, вот видите, он я, значит, открутил. Естественно, весь датчик был в масле. Вот, ну там я протер, сейчас еще протру. Сейчас покажу вам датчик. Ну вот, друзья, датчик вот это новый, естественно. Ну, в общем, новый, не получается открыть одной рукой, неудобно. И вот он у нас старый датчик. Вот он. Естественно, он весь в масле. Очень-очень грязный. Грязный-то это ладно, в масле весь. Ну и соответственно, масло отсюда и бежало. Ну что же, сейчас буду заново собирать. Заведу машину и посмотрим, будет ли бежать масло. Так, ну вот, друзья, машину я завел. Масло, кстати, я подлил. Вот, масло подлил. Вроде работает двигатель ровно. Посмотрим на датчик. На датчик. Сейчас постараюсь поближе показать. Вроде бы нигде ничего не бежит.
вроде бы. Ну, вроде, друзья, дорогие, все нормально. Вроде бы и нигде не бежит, но я надеюсь, что бежать и не будет. Я на это очень-очень сильно надеюсь. Вроде бы прикрутил все хорошо. Все встало на свое место. Ну, как-то так. Друзья, как-то так. Кстати, приобрел я датчик вот такой вот фирмы. Это дубликат. Мне предлагали оригинал за 600 или 700 там что-то рублей. Но я взял дубликат за 380. Ну, я так думаю, ничем отличаться сильно ты не должен. Они все одинаковые. Вроде бы. Так, давайте еще раз посмотрим. Вроде бы, ну, все хорошо. Наверное, плохо видно. Двигатель шумит, наверное, еще и плохо слышно. Вот и все, дорогие друзья, как-то так. Напоминаю, что объем двигателя у меня 1,5 литра. Машина 97 года выпуска. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Будет интересно почитать. Ну, я желаю всем здоровья, всем удачи, всем пока.